Женщин стартовали уже. Девчонки, давайте смотреть. Там 14 спортсменок заявлено. А вот сколько стартовало? Папа, он уже пошел. Да. Я тоже хочу. Ну, немножко меньше. Давайте посмотрим, кто должен был бежать. Анастасия Олениченко, Свердловск, 320-й. Мария Журавлева, Нижний Новгород, 500-й. Наталья Гусева, Оренбург, 295-й. Вера Валивач, Заянау, Мальвина Михайлова, 101-й. Анастасия Калина, Петербург, 217, Екатерина Соколова, 434, Марина Поспелова, лидер российского сезона, номер 20, Елена Кобелева, Новосибирск, 476, Наталья Григорьева, 46 секунд, ну почти как мужской второй забег начали, девчонки сейчас. Наталья Григорьева, Чувашия, 357, Кристина Угарова, Москва, Курск, 466, Олеся Муратова, Московская область, 282, Анна Федоренко, Бурятия, 93, Ирина Ларина, Пермский край, 446. Ну, сейчас посмотрим 500 метров, треть дистанции. Очень большая группа лидеров, 7 человек, да и еще двое подтягиваются, не собираются пока отставать. Давайте смотреть. 1 минута 20 секунд. Ну, 10 километров на 2.40 у нас будет. Будет вполне себе неплохо. Посмотрим пока полторашку у нас. Ну, я говорил, что Марина Поспелова, лидер российского сезона, 4.14.26, 20 мая результат показан. Сифа Хасан, Голландия, лидер европейского сезона, 4.01.40. И Дависа Ям, Эфиопия, кстати, 96-го года рождения спортсменка, 4.00.96. Это лучший результат сезона в мире, показан в Дохе 15 мая. Группа лидеров, в которой 6 человек, приближается к 1000 метров. Ну вот, я говорил, что Марина Поспелова 4.14.26, ну, чтобы, как говорится, побыстрее девчонки бежали, скажу, что в Восточной Европе тоже как бы свои лидеры, вот у нас есть результаты, скажем, украинских спортсменок, 4.01.95, а сотый результат в мире на полторашке 4.14.67, 2.45.5, это была отметка 1000 метров. Марина Поспелова на второй позиции сейчас, буквально за плечом. 3.02 за круг. 3.02 за круг. Ну, давайте считать. Анастасия Калина там ведет. Но Поспелова сейчас будет атаковать, это совершенно ясно. А вот получится или нет, 1200 метров. 3.18. Поспелова по-прежнему только вторая. И здесь не факт, что именно она будет атаковать. За 200 метров до финиша 3.34.4. И Поспелова отстает от дуэта лидеров. Ясно, что не она же будет обладателем лучшего сезона, лучшего результата сезона в России. 100 метров. Борьба какая у нас за последние вот эти вот 100 метров идет. Ну что ж, кто? Анастасия Калина. Посмотрите, какой финиш демонстрирует Анастасия Калина. Предварительно 4.07, но подождем официализации. То, что это лучший результат сезона в нашей стране, совершенно точно.